Драка в режиме реального времени. Благодаря тому, что избиение попало в поле зрения камеры, видеонаблюдение удалось предотвратить. Возможно, самое страшное. Товарищ старший лейтенант, автовокзал Приокский, камера 12. Драка. Двое сбивают одного. Самара-Волги. Самара на связи. Пошли срочный наряд ППС к автовокзалу Приокский. За автовокзалом драка, двое избивают одного. Побыстрее туда. Благодаря новым технологиям, стоящим на страже закона, наряд полиции прибыл на место происшествия в течение пары минут. Вообще, по существующим нормативам, наряд должен выезжать сразу, как только поступило сообщение о правонарушении. В оперативном зале группы управления нарядами регионального управления МВД работа ведется круглосуточно. Сотрудники проводят мониторинг оперативной обстановки на территории города. Работа ведется на основании той информации, которая выводится на рабочие мониторы с видеокамер, которые расположены на территории города Рязани. Данные камеры расположены практически во всех местах массового пребывания граждан, на вокзалах, на центральных площадях, центральных улицах, на перекрестках. Там, где не видят камеры, видят люди. Активно работают постовая и дорожно-патрульная службы, а также наряды Росгвардии. Все они патрулируют улицы и смотрят за порядком в городе. Хотя, по словам самих оперативников, новые технологии и камеры видеонаблюдения серьезно помогают в работе. Как в качестве профилактики, так и в качестве раскрытия преступлений. Мария Руда, Сергей Данилин, телекомпания «Город».